Как предупредить развитие заболеваний, снизить давление или избавиться от головной боли? Секреты борьбы с недугами без использования лекарственных препаратов знает врач высшей категории Татьяна Белорыбкина, которая провела для химчан мастер-класс по суджок-терапии. Это оригинальный способ проработки рефлекторных точек кистей и стоп, позволяющий восстановить функции организма. То есть через массаж отдельных частей рук и ног можно снизить болезненность и улучшить работу органов и частей тела. Голова, шея, грудной отдел до угла лопаток. Я вам говорю, вот это одна лопаточка сюда, это левая. Лопатка левая, значит, и вот позвоночек у вас вот, ну, да. И вот у вас здесь, видите, вот, мышца зажата. Вот вы себе работаете или здесь, но еще здесь точка есть. Методика суджок внесена в реестр рефлексотерапии как абсолютно безопасный и эффективный метод. Педагог Татьяна Куликова регулярно посещает творческие и интеллектуальные мастер-классы в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Женщина уверена, такая необычная встреча не пройдет даром. Мне, во всяком случае, поможет. Много нужной информации, которую я хотела бы передать не только... Вот она не только мне поможет, но еще и моим ученикам. Спасибо огромное Татьяне Николаевне, спасибо огромное организаторам. С этой методикой суджок я знакома, моя мама, ей 87 лет, она ее использует. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Интерес жителей к развлекательному проекту только нарастает. За год его существования состоялось уже около 3250 встреч по интересам. Недельно выходит вот такое издание, вот, в котором публикуются наиболее значимые мероприятия, которые происходят на территории городского округа. Узнать о ближайших мастер-классах можно из газеты «Химкинские новости». Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.